Они как бы помогают нам, да, донести наши просьбы, наши молитвы, да. Вот это и есть связь с духами предков. Мне так кажется, да. Я не говорю, у меня нету такого знания духовного, поэтому я могу ошибаться. Я просто хочу уточнить этот момент. Как вы думаете, значит, это? Как ты думаешь? Я не знаю, как в мусульманстве и в тонкостях. Я могу сказать, как у нас в христианстве, в православной церкви. Действительно, нераскаянные грешники, которые, живя здесь на земле, греховно, так скажем, и перед смертью даже не покаялись в своих грехах, не осознали, как бы сказать, не принесли Богу покаяния, даже как разбойник, к примеру, который, вися на кресте, сказал, что другому разбойнику, который поносил Иисуса Христа, он сказал ему, мы, говорит, достойное по грехам нашим воспринимаем, а этот ни единого зла сотворил. И, обращаясь к Господу, сказал то, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. И Господь ему со креста сказал, ныне же будешь и со мной в раю. То есть вот разбойник, осознав свое, как бы сказать, ну, то, что он натворил в этой жизни, он как бы этим самым принес покаяние. И Господь ему сказал, что ныне же будешь со мной в раю. То есть первый, кто вошел в рай, это разбойник, покаявшийся разбойник. Также и вот продолжая эту тему, так скажем, так же и вот по сей день в жизни и происходит. Если даже человек, каким бы он, как он бы в жизни жил свою греховно, какими грехами бы не осквернил себя, если он даже на смертном одре принесет Богу покаяние, это, конечно же, как наш Отец Милосердный, он просто не может не простить, не принять такого человека. Потому что сам сказал, когда у него спросили однажды, «Да семи ли раз мне прощать своего брата против меня согрешившего?» Господь ему сказал, «Я не говорю тебе до семи раз, до семидесяти раз».
То есть это очень большое число получается. То есть, добрый злой сказал. Да, сказал, посогрешил, сказал прости, ты должен простить его. Как бы тебе это бы не, как бы ты не воспринимал это, ты должен простить, то по заповеди Божией. И также, конечно же, и Господь прощает нас. Но если человек, живя здесь богоугодно, если он стяжался этого духа, он еще при жизни здесь, Господь его наделяет некоторых своих угодников даром прозорливости, которые могут как бы видеть человеческую жизнь, видеть его душу, сердце, его намерения, и даром исцеления, даровал дар исцеления немощных душ, врачевания, как и у нас в песнопениях акафистных говорится об этом. Ну, яркие примеры – это вот Серафим Саровский, Сергий Радонежский, к примеру говорю, Иоанн Кронштадтский, Матрона Московская, она не из священников таких, даже не из монахов, просто она была вот праведная, Ксения Петербургская. Их очень много, таких святых, я всех не перечислю. И вот они еще при жизни на земле, они, Господь даровал им такие дары Святого Духа. И, конечно же, по их смерти, по представлениях, они, и попадая в рай, они и нам тоже помогают своими молитвами. Они помогают нам. Помогают, потому что, ну, мы люди такие, что вот, ну, бываешь тяжко, согрешишь так, тяжко тебе, к Богу просто стыдно обращаться. Ты просишь заступления у святых своих, потому как они близкие нам, потому что они как бы, ну, наделенные сами здесь, не научились, научившись милосердию на земле здесь, они и там к нам милосердие свое проявляют, свою помощь. То есть были искушаемыми здесь, они искушенными здесь, они искушаемым нам могут помочь в этой жизни. То есть они все наши знают слабости, все наши. То есть мы их продолжим. Вот они нам помогают, мы к ним обращаемся. Конечно же, мы можем и к Богу напрямую обращаться, никто этого не запрещает. Если тебе совесть не препятствует к нему обращаться так вот дерзновенно. Обращаемся к Божьей Матери, которая родила Сына Божия, воплотившего его. Поэтому, ну, это есть. Ну и, конечно же, мы своим усопшим помогаем. Те, кто не умер в праведном, как сказать, в праведности, в такой, насколько нам видно, потому что мы не можем видеть, мы только видим внешнее, а Бог-то смотрит на сердце, Он сердце видит. Поэтому мы молимся за своих усопших тоже, потому что мы не знаем, где они. Но вот так это у нас устроено в церкви, что если человек, за которого мы молимся, за душу человека, если она находится в раю, а мы этого не знаем, то она молится за тех, кто ее поминает. То есть вот такая вот связь у нас двусторонняя. Логика есть в этом. В этом вот так такая связь происходит между церковью торжествующей на небесах, которая, и церковью воинствующей. Но воинствующей с чем? Со собой, со своими страстями, своими грехами. Вот мы с этим воюем. Не так мы с шашкой там размахиваем и бегаем, как это можно понять превратно, а именно мы воюем со своими грехами, со своими страстями, своими греховными наклонностями. Потому что если вот руку на сердце как бы положить каждый себе человек, то очень много греховного в нем он обнаружит. Это и тщеславие, гордость, самомнение, и да все что угодно, и памятозлобие, и зависть, осуждение. Вот мы все этим страдаем, вот это сребролюбие, табакокурение, винопитие. Ну, это понятно. И чем перечислить невозможно. Невозможно. Я Коран второй раз перечитываю. Ну, я его раз 40 буду читать, это точно, да? Второй раз перечитываю. Там написано, пророку Мухаммеду сказали, если ты не знаешь, не будешь знать, владеть теми знаниями, которые были до тебя, христианство, все, да, Тора, да, если знания эти не будешь владеть, и если ты их не признаешь, то ты не мусульманин. Ты просто пустое место.
якобы мы должны всегда знать друг друга. Да? Я должен христианство, значит, прежде чем мусульманином стать, я должен что-то понимать в христианстве, хотя бы что-то. Да? И я что хочу сказать, может, для кого-то это будет каким-то новинкой, но в нашем, именно в казахском обычаях присутствует христианство. Вы ставите свечу усопшим, да? У нас шах, так говорит, шах, огонь, да, ставят тоже, да, огнем чистится, да, тоже шах, да. Мы тоже своим предкам семь лепешек таких печем, молитву читаем, да, во имя их, да. Молитву читаем, приносим жертвоприношение, барашки, да, вот, когда нам они снятся, или вот мы всегда их почитаем. И казахи вообще, они всегда почитали духов предков, аруахов, да. Ну, сейчас вот эта арабизация идет какая-то, да. И я думаю, в этом плане государству нашему, думаю, задуматься надо будет. Если дальше будем продолжать, мне кажется, казахи могут потерять свою национальную идентичность вообще. То, что происходит в Китае, преследует казахов, уйгуров, да, я этот вопрос тоже задавал. Я, кстати, изучаю в нашем обществе, сейчас Атажола я изучаю, есть Тохпельген Байтасов на казахском языке, он тоже говорит много, и вот я вижу, что человек тоже непростой, и я пытаюсь, чтобы он больше говорил, и мне кажется, он принесет много пользы людям. И с тобой вот тоже очень рад увидеться. Следующий вопрос, к которому я хотел бы перейти, он как-то немного политизирован, скажем так, да. Начиная с Советского Союза, вроде уже начали говорить, что государство отдельно, религия отдельно, да. Якобы религия существует сама по себе, она не имеет отношения к государству, да. Они не должны как бы соприкасаться. Мне кажется, это неправильно. Как вы насчет этого ты думаешь? Ну, я могу сказать о том, что было, когда в царской России, когда религия и государственность была одним целым, но когда отделяется государство от религии, ну, это похоже, конечно, на то, что когда душу отделяется от тела, от тела. То есть сама по себе каждая... Душу отдельно смотрите, да, тело отдельно, да. Так, ну, как бы, человек един, значит, должно было, духовность, конечно, обязательно присутствовать и должна. Ну, вот в царской России уживались все, как сказать, кто заступление просил, все уживались, религия. Каждым была дана свобода вероисповедания. Свобода выбора, да? Ну, которая, народность, которая входила в состав России, допустим, они, им не запрещалось иметь свое место, где они молятся, там были бы они хоть какого вероисповедания. Если оно не направлено против государства, конечно же, потому что, которое может разрушить строй государственный, естественно, и веру уничтожать. А за веру были... Практически за сохранение своей веры были и даже воины, которые вели, Александр Невский, допустим, защищая свою веру, они сражались, чтобы то есть сохранить тот стержень, благодаря которому существует государство. То есть основа государства была вера. То есть вера, на основе чего выстраивались все государственные отношения, межгосударственные, межсемейные там или какие-то там другие. Поэтому, конечно же, вера должна быть в основе. В основе любой культуры, народа какого-нибудь является, конечно же, вера. Вера. Олег, я желаю тебе скорейшего выздоровления. У тебя сердце заболело. А я знаю причину, почему у тебя заболело сердце. Я тебе 16 лет знаю, да? Ты всегда воспринимаешь все, никогда не говоришь плохого, никогда всех пытаешься всем как-то спасать, чувствовать. У тебя все накопилось, выход нужен был бы. Я думаю, все пройдет. Я тоже со своей стороны по мусульманскому обычаю молимся за тебя.
Я вообще считаю, что война между религиями – самая глупая война, потому что цели-то одинаковы. Цель – познать Бога, цель – попасть в рай. Мне кажется, это самая глупая война, война между религиями. Ну, если доходит до фанатизма, тогда она перерастает в войну. А когда это происходит по свободному, не принуждая никого, допустим, вот ты должен так верить, ты должен вот эдак верить, это, конечно, приводит к негативным последствиям. Ну, мы так устроены, что мы хотим, чтобы все жили так, как нам хочется. Вот, допустим, кто... Я, к примеру, говорю, кто, допустим, выпивает, ну, допустим, страдает этим недугом, тот хочет, чтобы и вокруг него тоже все выпивали. Кто, допустим, даже вот, что греха таить, ну, и среди христиан у нас есть такое, что вот если ты так, допустим, живешь, то и ты непременно хочешь, чтобы вся семья твоя так жила. Хотя бывает так, что... Наоборот, кто-то ходит в храм, кто-то категорически не ходит или из детей, или из половины твоей. Ну, мы вот хотим, чтобы все жили так, как мы живем. Ну, а человек-то по образу и подобию Божьему создан, он должен как бы сам и добровольно, без всяких... Ты должен доказать, что ты правильно живешь. Пути к Господу неисчислимы. Да? Несповедимы. Но, тем не менее, чтобы никого не заставлять, ты должен доказать своей жизнью, что твоя вера правильная. Угу. Ты докажи своей жизнью, что ты правильно, что твоя вера к Богу приведет. И глядя, и как вот Серафим Саровский говорил, что стяжи Духа Святого, и тысячи вокруг тебя спасутся. То есть тебе ничего не надо делать, никого тебе заставлять не надо ничего делать. Ты стяжи Духа Святого, и тысячи вокруг тебя спасутся. То есть, глядя на твою жизнь, твое поведение, как ты говоришь, как ты ходишь. Не пытайся исправить окружение. Нет, себя, именно себя. Потому что начнешь исправлять кого-то, и Господь же говорит, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не видишь. Лицемер, говорит Господь, вынь прежде бревно из своего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. То есть все элементарно, все просто. Все просто. Надо с себя начинать. Вот дай Бог, чтобы мы так делали. Уважаемые зрители, если наша беседа вам понравилась, я найду Олега, поеду к нему, и мы еще раз запишем наше интервью. Ну, спасибо, Олег, что дал какое-то время записать это интервью. Я желаю тебе скорейшего выздоровления. Супруга передает, говорит, я вчера в попыхах забыла передать ему, чтобы он быстро выздоровел. Передает тебе привет. Скорейшего выздоровления. Что напоследок можно сказать? Каждая нация, каждый язык, он обладает своей уникальностью, мое убеждение, своим своеобразием. Поэтому каждый нация должен сохранять свой язык, изучать ее, свою культуру. Потому что когда мы все разные, мы составляем единое целое, этим и мир прекрасен, мне кажется. Ну, спасибо за интервью, за то, что эта встреча состоялась. Прошу прощения, если... Что, может быть, не так сказал? Бывает и такое, когда говоришь, а потом где-то вспоминаешь неточности. Может быть, бывает часто такое. Поэтому прошу у зрителей прощения. И надеюсь, что мы будем возвращаться к духовности. Будем исправлять себя. Потому что, ну вот если не начнем исправляться, нас постигнут какие-то, будут постигать для вразумления какие-то катаклизмы, будь то природные, техногенные или любые другие.
И не вся, не весь народ в целом, может каждый в отдельности, семью или человека, все это проявляется, потому что Господь нас исправляет, чтобы мы не погибли до конца, потому что без Бога все превращается в пустыню или в мертвое море, то есть человек умирает духовно. Чтобы этого не было, Господь нас постоянно исправляет, где-то создаются такие ситуации, чтобы мы поняли, осознали свою жизнь, даже свою болезнь растянули, именно чтобы Господь исправляет. Много осознаешь во время болезни и намечаешь вектор движения в правильном направлении. Дай Бог, чтобы все мы приходили к совершенству, к исправлению, к познанию Бога и в конечном итоге с Ним, чтобы соединились навечно. Потому что это цель нашей жизни, чтобы соединиться с Богом, обрести Его и в вечности соединиться с Ним во веки веков, как у нас такие возгласы есть во веки веков, то есть на бесконечное время. Все, спасибо. Все.